Здравствуйте. Красивый, не замечающий своей красоты женщине, которая нудно рассказывала о том, что в жизни все было трудно, трудно в институте, трудно с дочерью, трудно, что жизнь кончилась, как только она вышла замуж, и про то, что у нее в голове каша. Я спрашиваю, а как по-вашему, когда, чего, почему в голове каша? Каким образом, какая жизнь приводит нас к тому, что у нас в голове ясно, и что нам дает силы жить? Женщина что-то, как всегда, отвечала, как по-зазубренному, неинтересно и бессмысленно для себя. Я подумал, что она вообще отвечает на вопрос, как на неинтересном зачете, чтобы сдать и забыть. Я спросил, вам нравится вот женщина, которая сидит напротив? Напротив сидела ее ровесница. Да, она говорит, рядом с ней прямо чувствуешь, что силы прибавляются. Рядом с вами, подумал я. А почему рядом с ней радостные прибавляются силы, а вам все так тоскливо, скучно? Женщина опять стала что-то нудить. Я отчаялся задавать ей вопросы, снова придя к ощущению, что она ни одного вопроса не решает для себя. И стал задавать эти вопросы окружающим. Об этом я расскажу позже. Чем отличается вот та, которая живет в радости, и вот та, которая живет в постоянной скуке? Что ими движет? Всего доброго.